Что может быть невероятнее, чем восход цветка в забытом горшке? Конечно, смертоносные приемы великих мастеров, которые повторить сможет не каждый, а тот, кто повторит, уже мастер, поэтому он точно не каждый. А в этом видео вы увидите невероятную технику владения ножами, смертельный поединок черного пояса по айкидо против спецназа, отборные приемы самообороны от величайшего мастера, ну и секретный метод тренировок для избранных. Привет, разящие жало Скорпиона, с вами Федорович, а значит, это видео смогут досмотреть только лучшие из лучших, а я надеюсь, вы именно такие. А если вы лучшие из лучших, то и учиться мы будем у лучших. А пока лучшие будут учиться у лучших, подпишитесь на канал, чтобы стать еще лучше. Цапля не ест мясо, а тигр не ловит жаб. Но боец может стать танцором, а танцор бойцом. Но совместить эти два качества в одно может только лучший из лучших. Если вам вдруг показалось из-за своей малоопытности, что это просто бухие охотники, к которым пришла белка, и вместо того, чтобы ловить кабанов, они взяли ножи и решили исполнить брачный танец дикого вепря, то вы глубоко ошибаетесь. В этом очень древнем и секретном стиле владения холодным оружием каждое движение несет свой глубокий смысл и смертельную опасность. Поэтому великие мастера занимаются исключительно в глухом лесу, где нет ни одной живой души, чтобы, не дай бог, никого не покалечить. Да и зверей тоже нет, ведь после первых движений танца все звери тоже разбежались с мыслями «ну его нахер этих монстров», еще очаруют своим танцем, потом перед всем лесом будет стыдно. Как грустно смотреть на всадника, который на скачках догоняет своего коня. Без слез невозможно смотреть на этого мастера. Без слез сожаления, что мне никогда не достигнуть такого мастерства. Техника этого сенсея божественна. Я даже боюсь предположить, у кого он учился. Скорее всего, у Эсиба и Аяма учились именно у него. Такая грация и четкость движений не может быть достигнута без подключения к высшим силам Чи. Но и этого будет недостаточно, если тебя не благословит сам Чхарек.
Конечно, вам может показаться, что мужик вообще не понимает, что делает, а все выдумывает на ходу, пробуя с пятой попытки схватить руку, пока его недостойный ученик стоит и ждет. Или, возможно, вам показалось, что бестолковые ученики с разгону, с легкостью валят его на пол, а он как мешок с удобрениями ложится плашмя. Но в этом и есть тайная секретность всех великих стилей. Противник должен думать, что мастер ничего не может, но его криворукость настолько непредсказуема, что делая удар в глаза, он может отбить бубенцы. Как два солнца в одной галактике, два мастера сошлись в этом бою. Я долго думал, стоит ли вам его показывать, но все-таки человечество должно знать тех, кто может его уничтожить. Доки, познали настоящую силу спецназа? А то вы уже зазнались и думали, что такой техникой могут владеть только люди в белом кимоно с черными поясами. А нет! Старорусские мастера темы системы и особенно инструкторы ГРУ и ФСБ уже начинают постигать и поглощать все единоборства, уничтожая лучших мастеров стилей. Скоро кроме старорусской школы не останется никого. Спасутся только те, кто будет сражаться в рюмочных и докажет, что достоин. Как полярная звезда освещает лагерь при ночном штурме, этот мастер проливает свет на лучшие системы тренировок для самых избранных и мощных мастеров. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. А также подписывайтесь на мой второй канал Клон в описании. И обязательно посмотрите супер видео в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.